Павлодарских поставщиков куриных яиц подозревают в ценовом сговоре. За последнюю неделю цена на продукт выросла почти на 40%. Как показал проведенный анализ, внезапное подорожание вызвало цепную реакцию. Одновременно рост цен на яйца наблюдается как у местных производителей, так и у завозимой из России продукции. Стоимость одного десятка куриных яиц отборного сорта в сети социальных магазинов Павлодара достигла 215 тенге. В некоторых торговых точках за десяток просят и того больше. Что послужило внезапному подорожанию, сейчас никто объяснить не может. Антимонопольная инспекция проводит проверку. Поставщиков и производителей куриных яиц подозревают в ценовом сговоре. В настоящее время мы все эти моменты анализируем, проводим анализ ситуации. И по результатам будет известно, у кого, по каким основаниям было повышение цены. Еще неделю назад за десяток отборного сорта на городских рынках просили не дороже 185 тенге. Оптовая цена составляла 125 тенге соответственно. Специалисты говорят, продукт подорожал сразу на 47 тенге, то есть на 37%. Яйца, они вообще где-то процентов на 50, наверное, были 140, сейчас 215-220, смотрю, стали. Вот. Куры, вон, как карачка сейчас прошел, тоже были 340, сейчас 380. Потихоньку все дорожает. В целях недопущения дальнейшего роста цен в Павлодаре провели ряд заседаний рабочей группы. Ежедневно ведется анализ сложившейся ценовой политики на потребительском рынке. С производителями и поставщиками яиц проведена определенная работа. Обстановку временно удалось стабилизировать. Но тем не менее новые цены зафиксировались и падать пока не собираются. Общая ситуация в целом характеризуется нами как стабильная. Наблюдается дальнейшее сезонное снижение цен на овощи и также подешевели ряд круп. Это перловая и овсяная крупа. По факту ценового сговора в агентство Республики Казахстан по защите конкуренции уже направлен соответствующий запрос. В отношении 5 крупных поставщиков и 1 производителя куриных яиц назначены комплексные проверки. Их результат будет обнародован в течение 2 месяцев. Ирбул Абишев, Арман Якубов, Алексей Мельницкий, Павлодар.